Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює». Її тема – підготовка малюків до школи. І з цієї нагоди ми до нашої студії запросили Ольгу Алексєєнко, практичного психолога. Вітаю вас! Здравствуйте! Отже, тема нагальна. Тема гостра і актуальна, тому що дуже скоро завершиться один навчальний рік і почнеться інша підготовка до іншого навчального року. Те, що готувати малюків до школи необхідно, мабуть, ні в кого не викликає сумнівів. Але яку мету ставлять перед собою батьки і педагоги? І чи збігаються ці цілі? Давайте поговоримо про підготовку до школи, її мету, для чого і навіщо, і яка саме підготовка потрібна дитині. Поступление ребенка в первый класс – это трудный, переломный момент его жизни. И реалии нашей жизни таковы, что не школа подстраивается под ребенка, как должно быть, а ребенок подстраивается под школу, потому что зачастую в наших классах находится и 30 детей, и более, классы большие, и поэтому осознанные родители уже начинают подготовку к школе за год до поступления ребенка в школу. Но так, навіть не за месяц, не за два, не за три, а за целый рік. Да, потому что, да, но сейчас, вот май месяц, у нас заканчивается учебный год, выпускаются выпускные классы детки, некоторые детки собираются идти в школу, летом будут покупаться портфели, ранцы, ручки, форма, родители выбирают ребенку школу, учителя, и поэтому, но есть такие родители, которые не соизволили, как бы, подготовить ребенка к школе. Не беспокоиться. И поэтому купили портфель и школьную форму и думают, что все нормально, а ребенок к школе готов. Да. А дело в том, что даже вот за эти три месяца можно как бы основательно подготовить ребенка к школе. Почему должна происходить подготовка к школе, да? Что это, с какой целью? Очень важно, чтобы ребенок пошел в школу подготовленным как интеллектуально, физически, эмоционально и психологически готовым в школе. Вот давайте обо всех этих пунктах более подробно. Что подразумевает собой каждый из них? Значит, получается, и почему он должен быть так подготовлен? Потому что, когда ребенок идет в школу, у него возникают три стресса. Это иммунологический, социальный и учебный стресс. То есть меняется расписание ребенка, да. Коллектив, в котором ребенок существует полдня, а то и целый день. Да, меняются условия, в которых он проводит свое время, и меняется, конечно, нагрузка, режим дня. Да, и поэтому для того, чтобы, вот смотрите, чтобы ребенок интеллектуально был подготовлен к школе, то есть ребенок должен прийти в школу, он должен уметь читать, писать, логически мыслить, делать умозаключения, отстаивать свое мнение. А если ребенок не будет уметь читать и писать, его что, в школу не возьмут? Его-то возьмут в школу, но ему он будет выглядеть как белая ворона в школе. Будет очень тяжело. Тяжело в школе. Еще не нужно забывать, что у нас разные детки. Есть нормальные детки, есть детки с ЗПР, есть детки с гиперактивностью, есть детки с аутизмом, есть с умственной отсталостью детки. Но для таких деток существуют специальные школы-интернаты или специальные классы. Но иногда родители, особенно в районе, в сельской местности, некуда отдавать ребенка, отдают в школу, в обыкновенную. И поэтому ребенок, что это то, что интеллектуально, да, как бы составляющая интеллектуальная должна быть у ребенка. Дальше социальная составляющая. То есть ребенок должен быть, получается, социально активным в общении как с другими детьми, со своими сверстниками, так и со взрослыми. То есть легко находить общий язык с другими детьми и взрослыми. Взрослыми, да. И адаптироваться в новом коллективе. В новом коллективе. И физическая составляющая. То есть вы представляете, что ребенку в 6 лет очень трудно высидеть 45 минут. Я очень хорошо это представляю, когда я спросила своего ребенка, первоклассника, какой урок для тебя самый сложный? Математика или, может быть, письмо? Он говорит, мама, тот, на котором нужно сидеть. Вот это был самый сложный урок. Вот почему нужна подготовка к школе. Еще очень важно выделить вот в таком социальном аспекте, да,
мы об этом чуть поговорим позже, как, я забегу вперед, это как детсадовский туалет. То есть в детсадовском туалете решаются все социальные вопросы, то есть выясняются отношения, назначается свидание. И поэтому, когда ребенок не подготовленный в школе социально идет, то есть для него это может быть стать проблемой. На это родители не обращают внимания, но на это стоит обратить внимание. На что именно? Чтобы ребенок... Что нужно сказать и объяснить ребенку. Да, и чтобы, когда ребенок подготавливается в школе, смотря где он и в каких условиях подготавливается в школе, он социально был адаптирован в среде коллектива. То есть учить ребенка, что если ты видишь незнакомых деток, надо подойти, познакомиться, рассказать о себе, спросить у них, как дела и чем они увлекаются. То есть такие простые рекомендации давать ребенку перед тем, чтобы... Ну, мы об этом поговорим чуть позже в нашей вопросе. Теперь, какие существуют, например, заблуждения по подготовке в школе? Они вытекают, для чего нужна эта подготовка к школе? Ну, вот, например, педагоги говорят о том, что нужно уметь читать и писать, да, а родители, например, считают, что нужно купить красивую школьную форму. Какие еще существуют заблуждения при подготовке к школе? Что ребенок не ходит ни в садик, не в кружки, родители его считают, что это пока это ему не нужно, пусть он нагуляется. И когда ребенок приходит в школу, то тогда получается у него конфликты со сверстниками и со взрослыми людьми, потому что он не научился общению в коллективе. То есть родители, которые считают, что никакие ни кружки, ни детский садик, ни различные, ну, может быть, если ребенок по состоянию здоровья не может ходить в сад, то школы раннего развития существуют, да. Ему не нужны, мы сами научим читать и писать, а там время придет, он пойдет в школу, да, и всему научится. Мы же научились. Да, мы же научились, но мы не забываем, что мы тоже ходили в садики, и нас там учили. Учили общаться, учили читать, писать, да, палочки, галочки. Мы умели, мы шли в школу, мы уже знали буквы, мы уже умели как бы писать, да? Но самое главное здесь, мне кажется, что дети, которые ходили в садик, они понимают, что такое большой коллектив. 20-30 человек. Да, они это понимают. Знают, как себя вести. И поэтому, смотрите, если вот кому можно, да, куда можно отвезти ребенка, даже вот если остались вот эти 3 месяца, где могут подготовить ребенка в школе. Это подготовительные курсы. Обычно курсы подготовительные действуют в школе с сентября, то есть за год до школы идут. Но некоторые школы делают так, что за короткие период времени они могут дать какие-то основы, азы, там, правописания, письма, чтения, математики. Значит, это школа. Второе – это детский сад. То есть ребенок, который посещает детский сад, он там в процессе игры, он обучается, существуют занятия в школе, там и коллектив, он адаптируется. И он более иммунологически приспособлен к школе, потому что если ребенок приходит в коллектив, он начинает чихать, кашлять, болеть. Все мамы знают, что детский сад нужно первые годы просто пережить. Пережить, потому что если вот да, ребенок, который прошел детский сад, он в школе будет более физически крепок. То есть он не начнет болеть, как бы по элементарным простудным заболеваниям во время учебы и будет более уделять время, ну, учебной деятельности. Ну, нельзя сказать, что детсадовские дети в школе не болеют. Нет, болеют, но не так часто. У них уже пройден вот этот пик. Да, это этап, и они переболели практически всеми детскими болезнями. Уже ветрянку подхватили в садике. Дальше. Центры развития ребенка. Это один из возможных вариантов подготовки к школе. Вот такой... как бы экстерн подготовки к школе. Там тоже группы маленькие, для каждой группы разрабатывается своя программа, и поэтому дети, педагог работает с детьми, охватывает всех детей, он не так, как в садике, где тоже много детей, он работает с каждым практически ребенком индивидуально.
составлено расписание, есть переменки, и ребенок приспосабливается к учебной деятельности. Просто в мини-коллективе. Да. Дальше. Частные педагоги, психологи, логопеды. Индивидуальные занятия. Это да. Как один из вариантов подготовки. Тоже подготовка. Кому рекомендованы такие детям, возможности? Особенно детям, это те, кто страдает задержкой психического развития, детки с аутизмом. Особенным деткам, да, гиперактивным деткам. Очень хорошо, когда родители, например, водят ребенка в детский сад и где-то посещают частного педагога. То есть там он выплескивает свою энергию в детском садике, а у педагога он сконцентрируется. Педагог под него подбирает индивидуальную программу и конкретно с этим ребенком работает. Для особенных деток индивидуальная программа. Да. И еще родители могут сами заниматься подготовкой ребенка к школе. Но я думаю, что это не еще не один из пунктов плана, а обязательный ко всем из пунктов плана. Потому что родители, лично мне кажется, что в любом случае, если даже будут все сразу педагоги заниматься, и детский сад, и кружок, и школа раннего развития, еще и индивидуальные занятия с педагогом или логопедом, все равно родительскую заботу и занятия отметать ни в коем случае нельзя. Никто их не отменял, потому что здесь родитель становится и как другом, и как воспитателем, и как наставником, и как учителем в такой подготовке к ребенку в школе. Здесь нужно дать рекомендации родителям. Как именно, с каким настроем, на что обращать внимание, на что закрыть глаза. Потому что не все, подготовка к школе – это очень серьезное занятие, и нужно очень большое терпение, чтобы достичь какого-то результата. Да, и нужно не забывать, что результат не приходит в одно мгновение, потому что нельзя махнуть волшебной палочкой, и все изменится. Перво-наперво нужно это составить режим дня ребенка. То есть, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в одно и то же время. Удивительно. Для того, чтобы подготовить к школе ребенка, нужно позаботиться о его режиме. Не о палочках, не о крючочках, не о цифрах. Это первое, что нужно, да, потому что ребенок должен привыкать к дисциплине. Он должен уметь подчинять свои какие-то моменты неуправляемые, научиться выполнять их на уроке, потому что на уроке нужно слушать задания учителя и суметь его выполнить. А для этого нужна концентрация и усидчивость. Давайте запишем, возьмем листики и запишем, что первый пункт плана – это дисциплина, режим дня и дисциплина. Вот мы составим такой план, чего достичь, да? Какова цель подготовки к школе? Режим дня и дисциплина. Дисциплина. И перейдем дальше. Нужно выделить рабочее место ребенку. То есть ребенок должен иметь свой собственный стол. Давайте я буду писать. Хорошо, а вы рассказывайте. Ребенок должен иметь свой собственный стол, свои тетрадки, свои ручки, где бы он мог заниматься. Рабочее место. Да. Дальше. Учим детей писать. Учим писать. Да. Это третий пункт плана. И четвертый. Учим детей читать. И читать. Читать. Ну, конечно, писать научить ребенка очень сложно, но читать должны учить родители, мне кажется, вечерами, читая сказку еще совсем малышам, потихоньку показывать буквы, потом складывать слоги. Никакой воспитатель, никакой самый лучший педагог не заменит вот этого материнского, отцовского теплоты, бабушки, дедушки, внимания, да, к ребенку. Да. И здесь нужно учитывать то, что читать и писать мы должны ребенка, начиная, понимаете, с самых элементарных составляющих. То есть он должен сначала ознакомиться с буквами, потом научиться складывать эти буквы в слоги, потом слова, а потом только приступать постепенно-постепенно к чтению детских книжечек. И здесь родители должны понимать, что дети, у них их сложно заставить что-то делать. Да, вот поэтому нужна дисциплина и режим дня. Им нужно заинтересовать. Да. Это должно происходить, но так называемой форме игры.
Вот самый доступный метод для малышей – это форма игры. Или идешь в едешь в транспорте мимо какой-то вывески, показал буковку. Да, да, да. Так... прочитай, узнай, найди эту буковку. Дальше. Нужно ребенка научить считать. Ну, это еще один пункт плана. Да. Считать. Считать. Но тут тоже очень главное, чтобы с ребенком есть понятие считать и просто назвать цифры. Очень часто в моей практике, я когда тестировала детей в школу, сталкивалась с такой проблемой, что, особенно когда приводят бабушки детей, да, на тестирование, они говорят, что «Ой, доста умеет считать». Я говорю, хорошо, прекрасно. До 10 вообще цифры складывать, примеры, плюс, минус. Я говорю, очень хорошо. А давайте попробуем посчитать. Присылаю, говорю, ребенку от 2 до 9. И ребенок не знает, как это сделать. То есть последовательность. Да. Заучил как песню. Да, и все. А логически помыслить, да, и не зная соседей, цифры, порядок цифр, он этого сделать не сможет, конечно. Это нужно учитывать родителям, когда обучают считать ребенка. Дальше. Учим детей рисовать и лепить. Очень главный момент в обучении подготовки к школе – это рисовать и лепить. Что мы делаем здесь? Мы развиваем мелкую моторику руки и подготавливаем к ребенку письмо, разукрашки, лепка пластилином, глиной, потом штриховка. Это все входит туда. Чтобы не уставали детские ручки от многочасового письма. Письма, да. Не нужно забывать, что занятие должно длиться где-то минут 20-25 с перерывами от 20 до 30 минут. Дальше. Расширение кругозора ребенка. Это тоже туда входит. Расширяем кругозор. Что значит? Что мы здесь подразумеваем? Ребенок при поступлении в школе должен знать, как его зовут, как зовут папу, маму, назвать фамилию, имя, отчество, где живет, в какой стране, в каком городе свой адрес, знать времена года, знать время суток. Элементарные, но необходимые знания. Да, знания. Дальше. И развитие мелкой моторики и памяти ребенка. Развитие мелкой моторики. Моторики и памяти. Памяти ребенка. Что здесь подразумевается? Мелкая моторика – это то же самое. Мы знаем, что на наших пальчиках находятся нервные окончания. То есть, чем больше задействованы ручки нашего ребенка, тем умнее он будет. Собираем бусики, перебираем крупы, делаем картины из песка, из пластилина, из пуговиц, любое творческое, пазлы, любой творческий подход. Поделки разнообразные. Поделки, да. Вот память. Почему в школе так часто задают поделки. Конечно. Память. Учим стишки, слова, запоминаем циферки, картинки, играем с детьми. Ну и здесь, наверное, нужно сказать и о развитии речи. Да, да, развитие речи, конечно, обязательно. Если у ребенка есть какие-то проблемы с развитием речи, то нужно обратиться к логопеду. Это обязательно, потому что потом наши проблемы в развитии речи ребенка начнутся в проблемах правописания, проглатывания окончаний, делания ошибок в письме. Ну и коммуникации, конечно. Конечно. Итак, у нас получилось 9 необходимых пунктов плана, режим дня и дисциплина, рабочее место, учимся писать, читать и считать, рисовать, лепить, расширяем кругозор, развиваем мелкую моторику и память ребенка, а также развиваем речь. Это самые необходимые пункты плана для того, чтобы ребенок спокойно, безболезненно учился в школе и достигал определенных успехов. Скажите, пожалуйста, а нужно ли тестировать ребенка перед тем, как отправлять его в школу? Обязательно. Ведь все равно возьмут в школу детей. Возьмут в школу. Зачем же подвергать какому-то экзамену, первым таким стрессом и переживаниям? И себя, и ребенка. Дело в том, что это стресс прежде всего для родителей, а не для ребенка. Каждый психолог
который тестирует ребенка, он найдет подход к любому ребенку. И поэтому это будет происходить в очень увлекательной форме. Это будет происходить при помощи картинок, которые задействованы, при помощи рисования. И ребенок даже не заметит, как он прошел этот так называемый экзамен. Для чего это нужно? Для того, чтобы родители были вооружены. То есть, если возникнут какие-то проблемы, да, у ребенка, то родитель будет знать, как с ними справиться. Это нужно еще для будущего учителя, который у педагога будет у ребенка, чтобы он мог даже при такой загруженности обратить внимание, если у ребенка будут какие-то проблемы. Понимаете? Это тестирование, это выявление проблем. Проблем, и да. Поиск путей их решения. То есть, что собой подразумевает тестирование? Значит, тестирование есть такие вот тесты. Это интеллектуальные тесты, экспресс-методики и социальные тесты, как ребенок адаптирован к жизни. То есть, ну, это очень специализированные, наверное, тесты. А вот родители дома своего ребенка могут протестировать и посмотреть, готов ли он к школе? Вот можем мы какой-то мастер-класс для родителей? Да, покажем? Можем. Значит, есть такая экспресс-методика, это тест Керна-Ярасика. Он состоит из трех частей. Первая часть – это попросить ребенка нарисовать человека. Мы уже с вами раньше говорили в передачах, что, как бы, что если ребенок нарисует глаза, ручки, ножки, ушки, ротик, все в порядке. Да? Если какие-то каракули, то стоит на это обратить внимание. Или позаниматься с ребенком, или дальше делать какие-то выводы. Дальше, следующий момент. Например, комментируйте, что вы я пишете. Я пью чай. Мы написали простую фразу. И что с этой фразой нужно ребенок сделать? Должен скопировать ее внизу. Переписать. Переписать. Срисовать. Мы можем говорить, ребенок будет говорить, я не умею писать, а мы говорим, давай срисуешь. Срисуй, что здесь написано. Угу. То есть можно заменить это другим, как бы многие дети уже умеют читать, он может прочитать и как бы написать печатными буквами. Тогда мы можем написать бессмысленные слоги. Там ма. Мо, там, например, та, лом. То есть ребенок должен как бы списать, переписывать. Да. Да. Сможет он это копировать действие или не сможет? Если не может. На это стоит обращать внимание, потому что и давать им подобные задания. Да, давать подобные задания, потому что ребенок в школе не сможет скопировать доски что задания написал учитель. Дальше. И последняя часть, третья, это скопировать группу точек. Вот такие точечки элементарные, да. Но в каком-то определенном порядке. Нарисованный, да, ребенок должен скопировать. Если ребенок не может скопировать, значит, тут можно сказать, что ребенок плохо ориентируется в пространстве. То есть определен любой рисунок, но какая-то геометрическая форма, да, должна быть. У нас всего 2 минутки остается, а хотелось бы побольше узнать, как еще можно протестировать дома ребенка. Еще, вот у вас есть кубики, картинки. Да, кубики. Вот есть, можно использовать любые кубики. Для этого мы берем сначала, например, 4 кубика. Да, можно использовать разные кубиками с сказками, с картинками. Да. Ну, у меня специальные кубики. И возьмем картинку. Вот. Сначала простая картиночка берется для 4 кубиков, для 4 кубиков. И просим, кладем ребеночку картинку на стол и просим, повторите, собери кубики. Рисунок. Да. И он должен тоже повторить этот рисунок. Вот. По-моему, у нас нет, не такой рисунок. Мы так не совсем прошли быстро, не с первого раза. Но у нас тоже получилось. Это можно использовать. И дальше рисунки усложняем. Да, усложняем и используем до 9 кубиков. Угу. А вот у вас картинки. Здесь что мы можем посмотреть? Вот это книжки. Даже не обязательно готовить картинки. Смотрим в книжке, и что, да, мы, что ребенок должен как-то прокомментировать их. Мы здесь можем выделить 4-й лишний предмет и назвать одним словом 3 остальные предмета. Здесь, например, это птица – лишний предмет, а 3 остальных предмета – это деревья. Вот простые задания, но облегчают ребенку жизнь. Так же самая классификация или 4-й лишний называется.
Дальше, пазлы. То есть любые пазлы, которые мы можем использовать. У меня тоже здесь специальные пазлы. То есть ребенок должен собрать. Ну, пазлов сейчас великое множество и огромное, да, здесь картинка, да. У вас человечек. Человечек. Разрезанная картинка. Познавательные пазлы и не очень сложные. Да. Есть более сложные. Это самые простые. Самых простых и переходить к более сложным. Усложнее. Самое главное, ребенку еще очень дать такое задание, чтобы ребенок мог, например, из разрезанных картинок составить рассказ. Даются в любой последовательности ребенку картинки. Как из комикса, да? Или... Да, из комикса, или из любого источника. Да. Мы можем, есть в книжечках, там тоже 4 картиночки, и они разбросаны в разном порядке. Мы должны их сложить по порядочку, чтобы составить рассказ. Ну вот это такие простые задания, но очень необходимые для того, чтобы ваш ребенок легко і з радістю пішов в школу. Ми дякуємо всім за увагу. З вами була програма «Це вас хвилює». Ми прощаємося. До наступних зустрічей в ефірі.